Никаких пранков. Всем привет! Друзья, сегодня у нас будет зомби-челлендж! У нас есть руки-зомби. Есть карточки, на которых нарисованы ключики. А также карточки, на которых нарисованы замочки. У каждого игрока будет по 3 замочка. У меня 3 разных замочка, у Камильчика, у Аминки, ну и у мамы. А карточки с ключиками помещаем в руку зомби. Вот сюда прячем. Оп. Каждый участник будет по очереди доставать ключик из рук зомби, который подходит к твоему замочку. Но если зомби схватит твою руку, то ты остаешься без руки. Если зомби схватит твою вторую руку, то ты автоматически проигрываешь и вылетаешь из игры. Но выигрывает в этом челлендже тот, кто откроет все замочки. Зомби-рука готова. Ну что, первым начинает самый младший игрок. Аминка! Да, я начинаю. Давай, Аминка, смотри, чтобы тебя не схватила зомби-рука. Какой замочек? Нет. Ой, ключик, все. Нет, мы убираем эту карточку, потому что у тебя такого замочка нет. Держи. Теперь Камильчик. Теперь Камильчик. Так, да, не держи руку. Ну-ка. И... Давай, доставай. Кто там у тебя? Открывай! Есть, открывай. Все, один ключик у Камильчика. Есть. Теперь мама или папа? Давай ты. Ну что, оттягиваем. Младше так. И что попалось? Ой, а что тут цветная карточка? У меня такой нету. Или я могу выбрать, получается, любую. Мне повезло. Давай, тебе повезло. Тебе повезло. Ну что, теперь моя очередь. Я надеюсь, рука меня не схватит. Поехали. Я откусил тебе кусок головы. Ну что, ребята, я перебинтовываю руку, и у меня остается всего лишь одна рука. Моя рука. Зомби укусила меня. Теперь моя очередь. Давай, Иришка, тебе везет, потому что ты первая. Как правило, на первом игроке зомби... Открываем замочек. Один замочек открыт. Теперь Камиль. Нам с папой. Повезло! Да. Два замочка. Тебе спас один замочек последний. Я веду. Кажется, сегодня мой день. Ну что, мама, теперь твоя очередь. Давайте, тяну. Я боюсь, что у меня сейчас он тоже. Да что ж такое-то? Почему он у тебя не схватил? Так, нет. О, у меня есть замочек к моему. Чик-чик. Ой. О, у вас одинаковые замочки. Да. У мамы получается один замочек, и у Камиля. Вы лидируете? Мы лидируем. А у меня однорукий нет. Ну что, однорукий папа сейчас достанет нужный ключик. Давай. Так, ой, а мне вообще неудобно, мне надо повернуть. О, она меня не схватила. Да. Или он, это она или он? Кто это вообще? Не знаю. Он. Что это? Что это у тебя? А, это ключик такой? Это ключик, да. Есть! Чинг! Я открыл. Смотрите, окрашенные ногти, значит, это она. Кажется, у меня сейчас будет бум! Не было бума. Камильчик. Есть?
Ой, повторка. Убирай в сторону. Все, повторку убирай в сторону. Нет, повторку нельзя. Я на всякий случай перестрахуюсь. Теперь мы с тобой братья. Но все равно мне повезло, потому что я хитрый, и я сделал вот неудобную руку, а у меня-то одна удобная. Ах ты хитрюга, мне тоже надо было правой рукой доставать. Какой ты хитрый. Давайте перебинтовывать руку. Давайте. Прощай, неудобная рука. Ну что, мама, ты готова попрощаться со своей рукой? Да я знаю, что я не попрощаюсь с ней. Ну, я тоже думаю, потому что... Я первая. Первая, да. Ай! Ай, страшно, ты чего? И неудобно, кстати. Открыла! 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 Мама победила! Мама, первое место! Ура! Я теперь не буду заражена зомби. Мама, сейчас я тебя укушу, сейчас я тебя укушу. Ладно, мама победитель, теперь я. После мамы я. Так, давай. Я хотел. Нет, так, другой неудобной рукой. Рукой я. Вряд ли она меня укусит. Кто так, у тебя? Я открываю любой замочек, какой я хочу. Ну, так, я даже не знаю, какой у меня. Папа, коричневый давай. Или желтенький? Давай, выбери. Кибеники или вареники? Кибеники, бац. Что-то как я сам. Прям как Аминка считаешь. Опа, ба-ба-ба-ба, бац. Кажется, у меня будет бумба. Бумба теперь. Зачем я делала рукой? Все, не доставай. Я самый хитрый. Так, у нас уже получается у всех по одной руке. Перебинтовываем Аминке руку. А, мой нос! Давай, доставай теперь карту. Так. Нет, ты чего? Синя, хитренький мальчик, а? У меня такого нету. Такого нету, откладываем в сторону. Теперь моя очередь. Давай. Так и хочется вот этой инвалидной рукой. Так. Прощай, руки. А можно ртом доставать так? Ладно, что, перебинтовываем. Минус две руки, и я вылетаю. Ты вылетаешь из игры. Если хочешь быть счастливым, сделай так. Жмяк, жмяк. Если хочешь быть счастливым, сделай так. Жмяк, жмяк. Все, ребята, у меня нет рук. Я не играю. Аминочка, береги руку. Давай, доставай. Нормально. И... Что? Нет, Амин. Нет, покажи, ребята, какой у тебя вот такой вот ключик. У Аминки такого замочка. Нет. Я такая... Мне остался всего один ключик. Надеюсь, он мне сейчас попадется. Давай посмотрим. Если тебе сейчас... Ты зажжет! Зомби! Не страшно? Нет, тебе тоже нет. Есть? Да! Да! Камильчик! Попался. Я хочу взять. Точнее, выиграл. Давай, Минка. Все, ну что, первое место. Мама. Второе место. Третье место. Не ладно. Третье место. Ладно, ладно, четвертое место. Я думал, мало ли, может, забыли. Проигравший. Кя-кя-кя. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А также не забывайте подписываться на наш лайк, ТикТок и Инстаграм. И всем пока! Мама! Нет! Нет! Давай, Камиль, ты должен испугаться. Давай. У каждого из нас будет по три. Четыре. Прощай, неудобная рука.